Меховая фабрика «Елена Фурс» существует давно и славится огромным модельным рядом шуб, изящным, удобным кроем. Наши изделия шьются по эскизам лучших зарубежных и российских модельеров на собственных фабриках в Греции, России и Италии. Для пошива используются шкурки безупречного качества, которые проходят строжайший отбор. Огромное помещение, заполненное мехами, это не гардеробные светской львицы, а специальный зал на пушном аукционе в Санкт-Петербурге. Здесь размещены отобранные от каждого лота образцы. Компания «Елена Фурс» на аукционе «Союз Пушнина» представляют специалисты-брокеры, которые придирчиво выбирают шкурки наивысшего качества. Особенно строгие требования предъявляются к выбору ценнейшего меха соболя. Соболь товар очень сложный. Основные показатели, прежде всего, это кряж, качество опушение, которое зависит от ареала обитания. Это сорт. Если полностью шкурка перелиняла, то это первый сорт. Если она еще не долиняла, то второй. Потом по дефектам сортируется. По цветам, по размерам и по степени седины. Многие люди, которые не сведущие в этом, задают вопросы, от чего бывает седой соболь. Это не от возраста. Седой соболь – это чисто в генах, от папы с мамой. Его меньше в природе. Цель наших брокеров – заполучить лучшее сырье, которое потом отправится на собственные фабрики компании «Елена Фурс», чтобы стать настоящими меховыми шедеврами. Компания «Елена Фурс» – постоянный и активный покупатель шкур на всех мировых аукционах. Мы регулярно становимся обладателями топ-лотов партии меха наивысшего качества. Для наших покупательниц только самое лучшее.